Титенькие, беленькие, абсолютно все целые. Переходное соединение, фиброзные, внутрище. Кинологии и предпринимательства объявляется открытым! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Гости! Наши социальные партнеры, наши студенты и педагоги, разрешите торжественно открыть сегодняшний праздник, посвященный нашему юбилею, нам 10 лет. Самуил Маршак как-то сказал: «Нет карьеры поэта, есть судьба поэта. Разве у преподавателя иначе? Это не карьерная должность, которую человеку как бы присваивают. Это тот опыт, который преподаватель сам накапливает годами. И в этом его судьба. И для многих здесь она счастливая». Добрый день, уважаемые друзья. Хочу от себя лично, от Управления внутренних дел по городу Барнаулу, всего личного состава, поздравить вас с круглой датой образования вашего учебного заведения. Хотел бы отметить, что с использованием служебных собак на территории города Барнаула раскрыто более 300 преступлений. В частности, основная масса – это кража чужого имущества, преступления, связанные с линией незаконного оборота наркотиков. Также при всех подозрительных моментах на взрывчатые вещества используются собаки Центра кинологической службы при Главном управлении МВД по Алтайскому краю. Кроме того, раскрыто более 30 преступлений, связанных с грабежами и разбоями. Поэтому сами цифры говорят о том, что актуальность применения служебных собак сегодня в системе Министерства внутренних дел, в частности, довольно актуальна. И помощь ощутима. Будущее вашего заведения, я надеюсь, однозначно. Всех преподавателей техникума объединяют такие качества, которые позволяют найти дорогу к сердцу учащихся и к его собаке. Это умение сострадать, талант понимать собаку, склонность к риску и жизненная творческая смелость. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак.
разрешите мне, специалисту кинологу пограничной службы, поздравить преподавательский состав студентов, гостей с этой знаменательной датой, десятилетним юбилеем. Пожелать творческих успехов, крепкого здоровья преподавателям, новых мыслей, новых идей. Как начальник подразделения, которое Собакин применял в охране границы, я знаю, что можем видеть, тепловизор может работать, прибор ночного видения, но если нарушитель лег и пополз, радиолокационная станция уже не видит. Если он укрылся в кустах за деревьями, тепловизор его тоже не видит. Если ушел в туман, то тоже не видит. И поэтому сегодняшним днем только специалист, кинолог с хорошей подготовленной собакой-разыскной способен задержать нарушителя государственной границы. Собакам при необходимости давать 10-минутный отдых. Себе специального отдыха не давать. Кто захочет позагорать, подведет товарищей. На границе будет трудней. Понятно? Направо! В машине! Бегом! Поверьте, что кинолог вообще вот в пограничных войсках, во внутренних войсках, это очень такая востребованная профессия. Потому что это не только поиск нарушителя, это охрана объектов, это поиск мин. И вот по опыту службы в Таджикистане я могу сказать, что зачастую боевики охотились больше на собаку минно-разыскную, чем на человека. Потому что специалиста подготовим, а вот подготовить хорошего служебного пса, который найдет эту мину или задержит нарушителя, найдет, это очень сложно. Разрешите вручить памятную медаль. В прошлом году исполнилось 120 лет пограничной кинологии. 120 лет собаки на охране границы. Пускай вот эта цифра 10 лет вашему учебному заведению впишется в эту цифру, и выпускники ваши станут лучшими представителями пограничной кинологии. Уважаемые студенты, сегодня нет у нас срочной службы, не попадает на срочную службу. Но мы готовы видеть парней после срочной службы в вооруженных силах, в любых войсках. Ну а девушек, которые подготовят собаки, тоже готовы видеть на службе по контракту в наших пунктах пропуска, потому что симпатичный пограничник в пограничной форме с хорошо подготовленной собакой — это будет заслон на пути и нарушителей, и наркотиков, и взрывчатки. Спасибо. Вот она, памятная медаль, 120 лет. Нам Родина дала такое право, и ничью границы друг не смыть, и мы не посрамим былую славу. Верные сыны, и вновь по границе наряды уходят сквозь снег и туман. Фуражка зеленая слава, ты нашей судьбы талисман. Фуражка зеленая слава, ты нашей судьбы талисман. Разрешите от лица руководства Управления Федеральной службы исполнения наказания и от себя лично поздравить преподавательский состав руководства, а также учащихся с таким знаменательным днем. 10 лет – это немалая дата. Пожелать и руководству техникума и учащимся здоровья, здоровья питомцам вашим. Ребята, смотрите, какое чудо нам подарили. Я так мечтала. С этого мы начнем коллекционировать, и думаю, что у нас будет потом хороший холл, где у нас будут вот такие приятные подарки. И сколько в ней жертвенного постоянства.
пьянства. Так глаза ее в этот момент хороши, что свет их легко проходит пространство от ее души до моей души. Во-первых, слава, хочу вас поздравить с этой юбилейной датой. Пожелать вам всего хорошего в дальнейшем обучении преподавательскому составу терпения. Представляю Центр кинологической службы. Мы занимаемся своей деятельностью дрессировкой, тренировкой собак, но не только. Также мы обучаем кинологов по дальнейшим специальностям, по направлениям. То есть вы оканчиваете свой колледж, дальше устраиваетесь по службе, попадаете к нам. Мы в свое время продолжаем вас обучать по определенным направлениям. Если собака не проходит приемы общего курса дрессировки, то есть приемы общего послушания, то она, в принципе, не допускается к дрессировке, к дальнейшей по специальному курсу. Кто мне скажет, почему? Совершенно верно, да, контакта нет. Дрессировщика с собакой контакта нету, она его не слушается, выдержки нету. Для дальнейшего выработки инстинктов, условных рефлексов по специальному курсу дрессировки, то есть на определение запаха запрещенного, допустим, да, она уже не будет исполнять. Она не будет знать, что такое сидеть, что такое лежать для выполнения сигнальной позы, для обозначения целевого запаха. Поэтому самый основополагающий фундамент – это первое – это контакт, второе – это послушание собаки. «Я не учу, я пробуждаю». Эта фраза Максимилиана Волошина стала основным мотивом образовательного процесса преподавателей техникума. Согласитесь, учение – это процесс рациональный. Пробуждение интереса, любви, удивление затрагивает не только умственное начало в человеке, но и чувственное. Только диалоговый процесс в его различных формах может поддержать передачу знаний. При проведении итоговой аттестации учебной дисциплины авторам чаще всего используются методы, такие как ролевая игра, игры, модерация, мозговой штурм, групповая динамика и дебаты, которые наиболее, на мой взгляд, ярче и лучше раскрывают способность вот поведенческой деятельности обучаемого. Прекрасно все это понимаем, что такое открытие образовательного учреждения, не государственное, сколько это стоит трудов, сколько это стоит сил, сколько стоит нервов, согласований. Вот. Но, тем не менее, все это Людмила Степановна прошла вместе с коллективом и успешно вот в этом году аккредитовалась. И полноценные студенты, выпускники уже образовательного учреждения техникума кинологии и предпринимательства получает дипломы государственного образца. Почему сидеет волос год за годом связки волк? Твердый стал мой голос, удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка друг ко мне подкрась. Никому знать не дано, сколько лет осталось. Пожалеть еще бы мне еще бы малость. Но, как видно, не к лицу такое поведение. Вижу я вокруг себя насмешки и презрения. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде.
прежде. Нет, я молодой, просто седой. Снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юной душой, как прежде. Здесь учатся и работают действительно уникальные люди. Ведь для того, чтобы сделать из четвероногого верного друга, надежного помощника, способного решать самые разнообразные задачи, необходимо человеку обладать неординарными и удивительными качествами. Это чистая душа, светлые помыслы, железная воля и крепкий характер, потому что собака, как никакое другое животное, чувствует, что у человека внутри, на душе и в его мыслях. Наш институт гордится тем, что ваш техникум и наш вуз связывают добрые отношения. Наш коллектив преклоняется перед преподавательским составом и, конечно же, перед вами, потому что те успехи, которые достиг за 10 лет техникума, во многом достигнуты благодаря вашему уму, вашей энергии, вашим стараниям. Каждый человек в жизни рано или поздно задает себе вопрос, что такое счастье. Для многих, кто занимается канистерапией, счастье – это тогда, когда тебя понимают. А когда тебя понимает собака, счастье вдвойне, ибо собака – самое замечательное из всех приобретений, которые когда-либо создал человек. Почему возможна канистерапия? Когда мы говорим о таких вариантах, как болезнь, да, у ДЦП, синдром дефицита внимания, гиперактивности, многие-многие другие заболевания, это что собака ассоциирует себя с членом семьи, как бы у ребенка или взрослого больного нет социальной агрессии по отношению к собаке. Почему ее нет? Потому что собака никогда не скажет, что вы некрасивые, неумные, неинтересные, не так двигаетесь, не так разговариваете. Поэтому собака вас не осудит. Она будет вас любить такими, какие вы есть. Поэтому у человека нет такой агрессии. Проводилось исследование в Великобритании на эту тему. 67 детей, которые не видели никогда никаких животных в возрасте до 3 лет, осматривались. И по отношению к остальным животным был как бы вариант был какой-то. А вот по отношению к собаке 100% детей как бы немножечко улыбнулись. То, что вы сейчас увидели, это один из моментов работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это программа. Ребятишки вообще работали вот эти 4 месяца. Трое детей продолжали выходить. Нам просто повезло, что они как бы вот с нами тут рядом. У детей проблема отсутствия концентрации внимания, двигательная повышенная активность. Работают у нас профессиональные кинологи, и здесь вы видели город Барнаул, город Кемерово, это наша команда. И работали у нас как бы студенты техникума кинологии и предпринимательства. Они к нам ходят и доучиваться, и в рамках учебной программы теперь, слава богу, это есть. Хотелось бы сказать огромное спасибо и всем преподавателям техникума, и директору, учителю Людмиле Степановне Гололобовой за понимание и поддержку, потому что наш техникум, он первый, который в России пробует готовить кинологов, дрессировщиков и методистов для канистерапии. Любимый техникум, мы вас поздравляем! Ура! От лица Барнаульского юридического института МВД России хочу поздравить вас с юбилеем. Пожелать всего самого наилучшего, успехов в работе и взаимопонимания с вашими питомцами. Наш духовой оркестр прибыл в ДК «Моторостроители» в честь 10-летия образования кинологического техникума. Мы прибыли сюда, чтобы поздравить всех студентов и педагогов с данным событием. Сейчас прозвучит композиция «Счастливый день». Thank you.
чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гроб весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чаши было счастье наше, и чтоб каждый говорил: я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Сто дорог в одну сведу, сто ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Чтобы создать такой коллектив, нужно суметь окружить себя людьми, которые в чем-то лучше, умнее, талантливее тебя, и дать им направление. Тогда они сделают это лучше, чем ты себе это представляла. Если счастлив человек.